Привет, меня зовут Алёша, и вы на канале Игротека. Всем привет! Сегодня мы вам покажем новую классную игрушку. Называется как? Микарт. Маленькая, вторая большая. Большая, да. Большая машинка и вот это маленькая машинка. Маленькая сова. Машинка в форме совы. Это радио. Да, трансформируется она из машины вот в такую сову. Наезжает на карточку и превращается вот что-то там, я не знаю, как все происходит. Да. А вот эта машина, да, а вот эта машина наоборот, то есть в нее заезжает вот как раз вон та маленькая машинка, и она тоже трансформируется в орла, говоришь? Да. Ну да, вот здесь на картинках нарисован орел, птица такая. То есть машина орел. Давай уже открывать. Ну давай открывай, ты открывай свою вон ту маленькую, я открою большую коробку. Маленькую даже можно быстро. Так, с какой стороны? Вот с этой. Давай я достану. Здесь тяжело. Тяжело? А у меня нет. Так, я уже достал. Ого! У меня точно орел. Машина орел. Вон какая. На коробке уберем. Смотри, ты увидел? Или ты там занят своей? То есть вот такая машина. Это она, я понимаю, как раз в разобранном виде. А потом... Она будет грузовиком. Точнее, сначала грузовик, а потом машина. Вот эта птица. Давай мы ее приведем. Я не могу открыть. Ну, давай я тебе помогу. А ты пока посмотри вот эту. Крутейся. А вот горка, чтобы машина. Горка? Так. Запаковано хорошо. Держи машинку. Вот она, машинка такая. Пока, подожди, давай я достану. Держи. А вот тут что, у нас есть что-нибудь? Или это просто так? Просто, наверное, да? Нет, давай посмотрим. Нет, там внутри инструкция. А я Понял. Знаю, как уже трансформировать. А я нет. Это даже не инструкция, я не знаю, что это такое. Это какое-то... Я на коробке могу почитать. Наверное, игровое поле или что это? Если кто-то знает, пишите в комментариях, что это такое. Судя по всему, да, это какая-то игра. Да. Ладно, давай приведем вот эту машину в состоянии... В машину. Я пока соберу вот эту сову. Сову? А я пока соберу машину. Еще бы знать как. Вот, по-моему, как-то так. Стоп. Что там? Я не могу свою. Так. Так. Защелкивается. Сейчас смотри, какой грузовик получится. Вот сюда. У меня уже получился мега-грузовик. Вообще крутой. Посмотри. Классный? Да. Вообще суперский. А я могу еще. Так, грузовик готов. Давай машинку. Ну давай я помогу. А здесь какие-то еще карточки. Я, правда, сам не знаю, как ее собирать. А где инструкция от нее? А инструкция на коробке. На коробке? Так, сейчас соберем машинку, наверное. Вот. Готово? Я пока эту покатаю. Ну, почти, вот, готово. Смотри, вот какая машинка получилась. Тоже классная. Да. Вау! Уже не машинка, уже снова. Уже снова сова. Это сова? Да. Еще раз, давай мы ее соберем. Тут все на защелках. Так. И потом она вот по этой карточке проезжает. Да, я лучше вот эту возьму. Вот, смотри. Ладно. Давай будем мы испытывать, что у нас получается. Пусть здесь карточка. Ну-ка, можно я карточку? Дай еще вон тебе посмотреть карточку. Но они такие плотненькие. То есть три карточки, да? Да. Но тут какие-то цифры, очки. Ой, ты ее снова разобрал. Да. Держи карточки. Давай я ее снова подготовлю. И мы все это запустим и посмотрим, как у нас все это превратится во что. Надо разобраться просто. Она на самом деле все просто собирается, но надо понять как.
Стой, погоди. А она же туда машинка. Подожди, да. Горку. Стой. Горку нужно давать. Вот. Машинка готова. Да. Карточку ложим сюда? Да. Давай вот так. Так. Да. Туда спускаем ее. Давай. Погоди. А вот там она не зацепляется вот за эту штучку? Вот так, наверное, да? То есть она нет, вот так. Нет, вау. Карточка. Класс. Вообще круто. Карточка схватилась. Давай еще разочек, смотри. Давай я тогда первый раз вот эту отсобью. Карточка. Да карточка, она на магните. Понял? Смотри, тут магнит. Карточки магнитные. Точнее, вот здесь магнит, а она там железная, наверное, внутри. Давай еще разок. Я ничего тогда... не успел. А я вот это тогда вот сделаю. Вот, собираем снова машину мы. А я не смогу как-то. Машина готова. Смотри, машинка просто собирается. Сейчас я тебе еще раз показываю. Пока не разбирай машину. Смотри, я голова. Голова прячется. Вот эти штуки сюда. То есть машинка на самом деле просто собирается. Так? Ой. Машинка крутая. Крутая. Только надо понять, как все это делается. С первого раза не получается даже. Вот, машинка. Какая еще машинка? Вот, машинку я вставил, собрал. Почти. Это большая машина. Да, ну большая машина. Так. Будь большая. Так. И теперь вот эти вот перец собираем. Все, машина это готова. Давай еще разочек вот сюда. Смотри, сейчас ты ее задержи на старт. Я тебе скажу, нет, куда запускать. Вот так. В карточку. Вот так. Вот. А там же нету. Смотри, карты. Мы положим карточку вот сюда. Так? Нет, пусть вот подойдет. Так. Ну хорошо, подальше. Все. Я тебе скажу, когда. Карточка готова. Раз, два, поехали! Вау! Две птицы у нас получилось из двух машин. Да. Круто? Круто. Еще разок быстро. Я пока вот эту. Давай, собирай. А я птицу вот эту соберу. Я уже научился. А я вот эту где? То есть она очень быстро на самом деле собирается. Здесь вот эту надо нажать. И все, она тогда хорошо очень собирается. Так. Все, машина готова. А смотри, давай я тебе покажу. А, я уже все, руки сделала. Нет, не получится. Не получается? Нет. Машинка тоже просто собирается очень. Бекарь. По-моему. Карточка. Так, птица. Ну, она классно ее подцепляет вообще. Да? Да. Все, машинка тоже готова. Давай вот так, вот сюда. Еще раз. Я тебе скажу, когда. Да ты ее. Так. Две машины превратятся сейчас у нас в две птицы. Да. Раз, два, три. Поехали. Вау. Класс. Я на самом деле не успел ничего увидеть. Все очень быстро, но смысл в том, что все превращается. Классно. То есть и вот эта птица ловит эту карточку на магнит. Она же оттуда вылетела. Да, она проехала и выскочила как-то. Я... А если без вот этого грузовика будет работать? Ну, давай, ну, сейчас запустим. У меня птица стоит уже здесь. Так, вот смотри, допустим. Давай катнем ее чуть-чуть. Кати. Ну, маленечко вот сюда. Нет, вот эту. Давай на эту. Поехали. Хорошо, давай так. Стоп. Вау! Подожди, сейчас по-другому сделаем. Сильно далеко ты ее катнул. Вот. Давай вот так, потихоньку она подъезжает на карточку, смотри. Точнее, даже не карточка, не машина подъезжает, а вот эта штука. Нет. Ну-ка. Да? Давай, давай, машина. Давай. Ну, ну, ну. Нет, она зацепляться должна вот этой штукой, так потом как-то. Да, вот так. В общем, она без этой машины не получается. Круто! Опа! Получилось? Да!
магнитные карточки. Можно даже их три все, они все три примагничиваются. А я лечу. Классные! Еще надо разобраться, что вот это за поле. Это игра такая. Какая? Чтоб машина вот так... Я не знаю. Надо все будет туда... разбираться и читать, что да. Это такое. Классный, мне кажется, всем пока. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.